На самом деле был, как тогда не было слова пиар, но это была редакция журнала «Сеанс», была первой командой на фестивале «Послание к человеку» ровно 25 лет назад. И на самом деле в этом году два юбилея. Юбилей «Послание к человеку» и юбилей журнала «Сеанс», который мы будем праздновать, я думаю, в декабре. Вот. И это какая-то невероятная рифма, не правда ли, что есть две культурные институции в Петербурге, которые, в общем, ну, наверное, их много, но в кино их две, которые выжили, которые были созданы после перестройки и прожили четверть века. Я, конечно, счастлива, что мои молодые ученики прекрасные, что они хорошо работают вместе со своими старшими коллегами, вместе с потрясающей командой фестиваля. Я имею в виду и Железникова, и Сашу Печникову волшебную, и вообще всю команду, с которой просто очень классно работать. Вот. Еще хочу, я понимаю, что очень много времени, поэтому я не буду углубляться в подробности. Я хочу сказать, что мне кажется принципиально важно в этом году, благодаря тому решению, которое принял Алексей Учитель. У нас сейчас так плохо вообще с культурой, с культурной жизнью, с тем, чтобы соединять как бы кинопоказ, научные исследования, какую-то интеллектуальную дискуссию и вовлечение в это во все зрителя, что не использовать максимально площадку фестиваля для всех этих задач, в общем, ну как бы глупо. И мне кажется, что Учитель повернул дело таким образом, чтобы использовать это максимально. То есть это будет не только